Вот тебе и раз. Кстати, всем привет, с вами Руслан. Вот такая беда приключилась. Правда, не на этом ноутбуке. Тот ноутбук я уже благополучно отдал. Это мой, я воссоздал такую же картину. Устанавливаем Windows, и мы не видим здесь драйвера жесткого диска. Точнее, мы не видим жестких дисков, но диск там должен быть. У меня, конечно, там его нету. Я его изъял. Но все же. Покупая новый ноутбук, в данном случае это был HP, там 15 какой-то модель, неважно, это все новые ноутбуки, сейчас там большинство из них такая беда. Стоит жесткий диск у нас NVMe, твердотельный, и при установке Windows видим вот такую картину. То есть мы не видим жестких дисков. Могли бы подумать, что у нас не размечен жесткий диск, но нет, он размеченный, просто его нет в винде, в установщике винды. Идем на форумы, начинаем читать, и все нас окидывают в BIOS. Но в BIOS мы уже были, мы же попали в установку, мы попали в установочник, мы запустили установку. Но диска тут нету. Что же делать? Вчера целый форум прочитал, люди там дискутируют, там такая статья. Никто ничего не знает. Сейчас не будем про BIOS вообще ничего говорить. Думаю, если вы сюда попали, вы настроили все правильно уже в BIOS. Но люди не знают, как с этим бороться. Там на заднем плане у меня на компьютере Rufus. Вставлю, как надо записывать флешку, чтобы она читалась. Вставочка будет. Именно вот так пишем флешку. И попадаем вот сюда. Что же мы делаем дальше? Windows не ставится. С чем связано? Вы купили ноутбук, он без Windows. Слава богу, он будет на FreeOS. Лишь бы он был не на Linux, не на Ubuntu, ни на чем таком. Если на FreeOS, как бы, ну не страшно. Попадаем вот сюда, видим, нету. Есть кнопка обновить, есть кнопка загрузить. И кнопка загрузить нам как раз таки поможет. В описании под видео, вот туда вниз идем, там есть ссылочка. Она ведет ровно на сайт Microsoft. Не какой-то левый там файлообменник, именно Microsoft, и есть решение от Microsoft. Качаем там архив, распаковываем архив и закидываем прям в папку на флешку с виндой. И дальше уже делаем все на ноутбуке. Давайте переместимся ближе к экрану, мое лицо убираем и переставляем камеру к монитору. Не буду захват экрана делать, но в принципе мы без винды не захватим экран, так что пошли туда. Так, вот мы оказались поближе к монитору, к матрице нашего ноутбука. Видим такую картину. Жестких дисков мы не наблюдаем. Но скачали файл, скачали его с сайта Microsoft, закинули папку из архива на флешку. Идем в загрузку драйверов, обзор, выбираем нашу флешку. И вот она, наша папка с драйверами. У меня, конечно же, драйвера не загрузятся, потому что драйвера у меня здесь есть. Просто жесткий вытащил, чтобы вам показать. Но у вас должна пойти загрузка драйверов. Целый форум прочитал, там люди мучаются с этой бедой. Ни одного видео на YouTube почему-то не нашел. Решил показать. В чем суть? В чем суть? Жесткие диски новые, стоят твердотельные. И просто в установочнике винды нету драйверов на них. Все, вот если вы напишете в запрос просто там, не находишь жесткие диски, что при установке... Все видео на YouTube будут про то, что надо зайти в BIOS и поменять настройки BIOS. Но в BIOS вы уже заходили, вы вот сюда попали, вот тут вы находитесь. Какой может быть еще BIOS? У вас все настройки должны быть уже в BIOS нормальные. Здесь дело именно в драйверах. Пусть люди там пишут, что не может такого быть. Да, это все в драйверах. Не знаю почему, но информация такая вот поверхностная по этому поводу. Много я вчера перечитал, пересмотрел. Ну и дошел к этому выводу. Так что пользуйтесь. Кому видео было полезно, ставьте вот такие жирные лайки. Обязательно подпишитесь на канал и напишите свой комментарий. Буду рад почитать. Будет очень интересно. С вами был Руслан. И до новых встреч. Надолго не прощаемся.